судит Дариус Мижелес, литовский арбитр. Я не могу сказать, что матч уж очень напряженный для судейства и сложен, несмотря на всю, ну, говорю об этом с небольшой усмешкой, политическую подоплеку. Но хороший уровень судейства. Отлично, Тихонов выводит Титова. О, гол! Вот, великолепная. Ну, что сказать, спартаковская комбинация. Спартаковская комбинация. Андрей Тихонов увидел, что в штрафную площадку врывается его партнер по полузащите Егор Титов. И Титов все сделал на редкость хладнокровно и очень здорово в своем стиле. Вот так наши открывают счет в сегодняшнем матче. Ну что, Россия, Россия, перегоним Америку. Но пока что 1-0. Мяч забил Егор Титов. Вот смотрите, очень хороший пас Тихонова. И вот на этот раз Акс сделал движение вперед, но Келлер уже видел, что он не успевает. Дальше бежать не было смысла. Защитник Берхальтер тоже видел, что он не успевает атаковать Титова. Попытался занять место Келлера в воротах, но Титов провел очень здорово в притирку к штанге, и спасти ворота возможности не было. Но вот в